Всем привет, мои дорогие! Мы находимся в музее Капитолине, вот в таком зале огромном, где находятся самые древние находки Рима. Вот посмотрите, вот такая скульптура, называется «Лев, который схватил лошадь», да, вот так вот. Это частично она, видите, вот видно, что ноги приделаны уже в наше время, потому что ее не нашли полностью. Сделана из греческого мрамора, и она, можно так сказать, насчитывает практически, ну, около 3000 лет. Вот лошадь, голова тоже приделана, вот видите, туловища нет, только туловище настоящее. Очень интересная такая скульптура, вот такая вот интересная. Пьедестали стоять. Вот видите, еще вот такая огромная статуя Марка Аврелия, императора, на коне. Вот видите, остатки позолоты, это бронза, сверху была позолоченная, очень большая. Она насчитывает, в общем, ее изготовили в 176 году до Рождества Христова. Вот и считайте сами, сколько лет этой скульптуре. Гигантская просто. Еще остались, видите, остатки позолоты на лошади, на лице. Вот такая вот красивая скульптура. Также в этом зале находится голова Константина Великого, того самого Константина, сына святой Елены, который был инициатором и основателем христианства в Римской империи. И также эта голова, она была изготовлена из бронзы в 330 году до Рождества Христова. Тоже она была позолочена, но, как видите, золота мало что осталось от нее. Вон наверху немножко, видно плохо. Тоже очень гигантская. Вообще это была не только голова, это была целая, в общем, скульптура полностью Константина. Вот то, что осталось, это вот голова. Вот видите, нога тоже огромная, вот такая нога от всей скульптуры. То, что они могли найти и собрать частично. Вот такие вот интересные находки находятся в этом зале большом, музей Капитолине, центр Рима, площадь Кампидолио. Я буду вам частично рассказывать об этом музее, потому что он очень огромный, очень большой, и просто в одно видео я никак не уложусь. Вот такая вот красота здесь.